там едут в мэрию с проверкой! Они не должны сказать заранее. А разве я не должна быть женой Джорджа Клуни? А кто такой Джордж Клуни? Вот и я о том же. Никакого завтрака, пока не уберетесь тут! Да, мисс Хаггинсон. Вот такая жизнь у нас, непростая жизнь у нас. Сэнди, куда ты? Стой! Чего носишься? Так я двигаюсь быстрее. Эти дети. Уилл, это поможет тебе в борьбе за пост мэра. Людям понравится, что кандидат спас сиротку из-под колес машины. Уилл Стэкс хотел бы пригласить Энни на ужин. Заберите меня навсегда. Она шутит. Так в чем подвох? Чем чаще нас видят вместе, тем больше шансов на выборах. Удочеришь меня, станешь президентом. Ты же это не серьезно. Ого! Так вот что значит жить с миллиардером. Хуже всего, когда ты привыкаешь к чему-то хорошему, а оно заканчивается. И потом у всего остального привкус короче, другой. Чё? Я сделала завтрак. Ешь, пока не остыл. Энни, я никогда не ел ничего подобного. Что это? Паприка. О, орегано. Я сохраню твой секрет. Доверься мне. Это чудо. Мы нашли ее родителей. Нам так кажется. Что ж, меня это очень радует. Восход придет. К нам завтра, с кем угодно спорю я, что завтра. Все будет хорошо, сын. Восток придет к нам завтра, продержись, пожалуйста, до завтра. Что нам делать? А чего все вокруг поют? Где же ты завтра, любимая, завтра? Иногда счастье оказывается гораздо ближе, чем мы думаем.